Приветствую вас, дамы и господа, у нас наша любимая рубрика «Радужные факты», как бы полгода не прошло, наконец-таки мы здесь. Здравствуй, Алан. Конечно Добрый же, у нас вечер. Да, вечер, да, непонятно уже, что происходит. Давай быстренько небольшое интервью пройдемся. Очень волнует меня лично вопрос, да, который у нас произошел. Пока на карточки не смотри, не смотри на карточки. Как вообще дошло до 86, 86, 87 с БДСами? И который раз вообще? Вот, я не знаю, вот объясни мне, вот как вообще это могло произойти? Ну, мы постоянно с ними играем близко, но сейчас было очень близко. И как бы вот оно шло, мы играли каждый раз. Ну, видимо, очень равная была игра, поэтому так вот подкатилось немного. А ты не думаешь, что вы просто выжили как-то из БДСов вот этими 8-6? Ну, это, конечно, изматывает. Это вообще, если бы мы, ну, мы сами были выжаты просто как, я не знаю что, как лимоны какие-то откисшие. Очень тяжело это, на самом деле. Особенно, когда у тебя два боя 3 в день, и одно из них 8-6, 8-6, 8-7, ты уже просто одной ногой в могиле. Как бы... Очень тяжело. Ну, в любом случае, все равно, как бы, слотик на Six Invitational, надеюсь, что звание сохраняется, мы еще об этом узнаем чуть попозже, но у нас реальный факт или радужный факт, называйте как хотите, вообще абсолютно без разницы. 10 фотографий, на всякий случай, сразу, слева направо мы смотрим, Паникс, ну, я все сразу, знаю. Потом Рексон все, идет. Все, всех остальных я точно знаю. Дальше, ну, хорошо, я на всякий случай объясняю, Виспертус, Леон Гитс, Скутер, Фабиан, еще даже без бородки, Споид, кто вдруг не видел его. ЛМ же, капитан БДС, Нелла, фриагент и дядя Розер. Всех ты, естественно, теперь уже знаешь. Задача следующая. Мы помешаем, собственно говоря. Бумажки надо сопоставить факты. Какому факту у нас тот или иной персонаж задействован. Сразу говорю, что варианта я подбирал специально, чтобы было два. То есть, по идее, может быть кто-то подходить под то описание. То есть, может подходить под все. Я тебе самый сложный вариант дал. Так что давай, начинаем. Ну, поехали с первого. Если ты не угадываешь, если ты не угадываешь, я забираю. Полупрофессиональный игрок в пейнтбол. Да. Это Розер. Это Розер. Это правильно, сразу сходу, четко, молодец. Изи. Изи вообще. Первый успешный прыжок на Орикс на Европейской лиге. Это я? На Европейской лиге. Да. А, ну это как бы сразу немного круг сужает. Ну, конечно. До пятерых. До шестерых. Ну, до сих пор большой круг получается. Да, ты прав. Кто мог играть на Ориксе? Так, Паникс? Нет. А, не, подожди, Европейская лига же это второй сезон. Это ИЧЛ. Паникс. А, ИЧЛ это считается? Ну, Европейская лига в общем, конечно. Я думал, Паникс отсеет просто уже. Этот момент легендарный. Если бы ты смотрел Rainbow Six RU, я очень часто на этот счет говорил вообще, кто это мог быть. Ну, я не знаю, но это точно не Элемш, потому что Элемш на Ориксе не играет. Фабиан я тоже не очень часто видел, конечно. Ну, хотя вот он может, он постоянно какой-то что-то конечно, придумывает. Конечно, может. И на Каиде поромнить, и на Гоя залететь. Это не знаю, мне почему-то кажется, что это Леон Гитс, я не знаю, но это самый главный вот, ну... Думаешь, я прям самый такой... Самый главный такой бабуин, который прыгает постоянно куда-то, и вот он мог куда-то успешный прыжок совершить. Четко. Ну, пусть будет Леон Гитс. Пусть будет Леон Гитс. Нет, это неправильно. Понятно. У нас картинка остается, соответственно. Окей. Ты можешь помешать, если что. Не, не буду ничего мешать. До того, как его заметили, был... контейнерным героем. Да, контейнер хиро. Если ты помнишь, раньше у нас ранкинг состоял и заложник, и бомба, и контейнер. Это своего рода контейнер хиро. Контейнер хиро. Да. До того, как его заметили вообще, кто его он был... Куда, кто его заметил? Люди. Люди? Да. До этого было не видно, в общем. Да, вот этого вообще, по нему информации, ну, маломальски была абсолютно. Я тебе скажу так, это прям, ну, подожди, не это то скутер? Чтобы факт, уверен. Да. Ты точно подумал? Я вообще 100% уверен. А что ты так резко, так сразу? Это скутер. Ладно, хорошо, правильно, это скутер, действительно. Это вообще изи. Вот, а что ты как-то задумался долго, так. Входит в топ-3 игроков с наибольшим количеством выигранных призовых. В топ-3. Да. Фабиан. Уверен.
Уверен. Ты считаешь это чужие деньги? Да, я считаю чужие деньги. Это Фабиан. Он выиграл все, что можно было выиграть, по-моему. Хорошо, а скажешь, кто на первое? А второе? Гога. Нет. Нет, не Гога, подожди. Пенгу. Видишь, как считает, а? Кто же это мог быть? Кто у них там был в составе? Пенгу, Фабиан, Гога? Я тебе скажу, что это не из G2. А, не из G2 вообще? Ну кто у нас? А, наверное, Канадиан. Да, конечно, правильно. Готов еще один балл. Да, я просто думал про Европу. Игрок, получивший самое большое количество минус ПТС за раз. Да. Ну тут я не знаю, тут как бы, если это не спой, то кто это может быть? А какое количество, знаешь? Там я помню, что у него в Твиттере был 600, по-моему, не? 740 ПТСов. И, по-моему, недавно у него сейчас еще чуть ли не 1000 сняли, насколько я знаю. Я видел у него фотку в Твиттере недавно, у него там 9000 ПТСов. Как бы, не знаю, фотошоп это или что это за программа, но это очень много. Жестко, жестко. Да, 9000 ПТС, я такие вообще. Разваливает. Наибольшее количество фрагов за все время. В смысле, за всю жизнь? За всю жизнь, да. А как это возможно ответить вообще? Давай логически думать. Давай логически. Кого может быть самое большое количество... Ну, я думаю, это Элемш. Нет, это не Элемш. Мы вернемся к этому в конце. Дальше. 576 часов на бандит. Да. Бандит. Нелла. Нелла? Да. Ты как-то ускорился, но это неправильно. Наверное, паникс. Наверное. Но плохо играл из-за трагедии в семье. Ну вот это вообще Unreal, ответить, конечно. Ну... А, ну кто, Нелла? А вот это Нелла, ты прав, действительно, у Неллы была трагедия в семье, он плохо от этого отыгрывал. Сейчас у нас Фрегин. Да, потому что интервью было на CGG о том, что он потерял дедушку, и поэтому все это время он не мог собраться в игру, и поэтому так отыгрывал. Next. Снялся в рекламе Omen. Omen? У кого был спонсор Omen? У кого? Это, я тебе скажу так, этот вопрос мне ответил вот из всех людей, которых я спрашивал, один только человек, и то случайно. Оумен. Да. Ну это точно Леон Гейтс? Я тебе могу даже подсказать, мониторы Оумен, хорошо. Угу. Если бы здесь был бы скутер, я бы, может быть, тебе еще... Вот если был бы тут скутер, ты бы, мне кажется, в него подумал. Ты мне вообще ни одной подсказки не дал за все время. Где звонок другу? Звонок другу... Я тебе все потом расскажу. Ты очень быстро все открываешь. Ну, так пора воспользоваться подсказками. Реклама Omen. Вообще кто-то знает, что такое Omen? Я скажу, что это было афишировано в другой дисциплине. И это был расцвет, так сказать, этого игрока. Короче, это Рексон. Это Рексон. Уверен. Вообще, да все, я уже положил, я не буду думать. Просит меня помощи. Такой, да давай все, все. Нет, это не Рексон. Новый мировой рекорд по убийствам в BO3. Читаешь группу Esports Life? Читаю. Читаешь. Ну, хорошо, ты, значит, там, ответишь. Как это возможно вообще запомнить? Новый мировой рекорд. Но это точно не паникс. Хочешь, я тебе расскажу даже число? Подожди, давай. 49 убийств в Best of 3. Ага. Угу. А я не могу поставить вопрос, на который не ответил? Нет. Это очень плохо. Ну, я не знаю, мне кажется, что это Леон Гейтс или тот же Рексон. Я даже не знаю просто, что Рексон. Я вот все вопросы пытаюсь вспомнить, я даже не понимаю, что к нему может подойти вообще из этих вопросов. Ну, давай вспомню Рексона, кто это. Это игрок команды E-United. E-United. Сейчас E-United? Был E-United. У него джерси Luminosity. Это сейчас, до этого. Угу. Я не знаю, мне кажется, он в BO3 вообще не играл. Нет, они играли. А играли? Да. Это даже отдельный пост был в группе Sports Life. Я тебе ближе никак не подскажу. Угу. Не знаю, мне кажется, это либо Элемш, либо Леон Гитс. Ну, Элемш же. Ну, кто у нас Элемш по ролям? Ну, он типа там на Зофии нормально так играет. Угу. Ну, Леон Гитс, понятно, там все с ним. Он прыгает в окна. Ну... Ну, а Best of 3-то он доходит? Best of 3-то он доходит? Не спеши, давай, у нас последний вопрос остался. Ну, паникс это не может быть вообще никак. Ну. Я не знаю, это ты? Это ты? О, нет. Наверное.
Ну, я не знаю, но если это Рексон сделал, то просто снимаю шляпу, я не знаю. Ну, мне кажется, почему-то это не он. Ваш финальный ответ. Блин, если бы кто-то, наверное, сделал из Европы, я бы, наверное, это слышал. Пусть будет это Рексон, короче. Да, да? Ты прав, это просто Рексон. Был матч Disrupt Gaming против E United, и он в данный момент 49 фрагов, best of 3. Подтверждением это этого в группе Esports Live. Ты сколько он там в одной катке настрелял 49 на 3 по 16? Очень много настрелял. Очень много. У меня прям, у меня финальный из CGG есть. Молодец, хорошо, догадался. Я давай еще думал, вот что на эти вопросы. Давай вот эти со второй попытки отвечу. Да, со второй попытки. Хорошо. Потому что вопросы, наверное, слишком сложные были, ты мне не давал вообще, ничего не давал. Снялся в рекламе Omen. Это LMS. Нет. А я, по-моему, за него голосовал, по-моему. Нет. Ладно. Тогда это Паникс. Ответить? Это Паникс? Да, это Паникс. Это Паникс. Это было очень сложно, потому что в другой дисциплине, когда он был еще в Виталити, когда он выступал за Виталити, нет, он играл в Радугу, но реклама Омена была именно в другой дисциплине показана, и поэтому шанс того, что ты ее мог увидеть, была крайне минимальная. Я специально к нему на стрим зашел, спросил, в какой рекламе он снимался, потому что я целую ночь потратил, и мне пытался вспомнить, либо это HP, либо это Омен был, или другая какая-то компания. Это у нас Паникс. Ну, это вообще нереально ответить, я не знаю. Это да, это очень сложно. Есть легкие вопросы, есть сложные. 576 часов на Бандит. Про кого, за кого я голосовал? Ты за Элем же голосовал. Ну, значит, это Леон Гитс. Значит, это Леон Гитс. Нет. Это ты? Да, это я, не поверите. Зачем ты столько играл на Бандите? Еще был тут Разер, потому что у Разера 530 часов на Бандите, а у меня чуть больше. Ты знаешь? А вот этого не А ты проиграл. Ну, у меня на Бандите, кстати, много часов. Наибольшее это количество... на поплейду, если что, прям вот во время. Наибольшее количество фрагов за все время. Давай логически думать, у кого может быть больше? У кого левел большой? Да у ЛМ же, конечно. Нет. Фрагов у кого... за все время в игре? Да, да, ну да, время. Там у Леон Гитса 500 уровней. 500 какой-то да, уровень. Да. Вот логически, это, если бы ты не поспешил, я что-то подумал про Европейскую лигу, типа да. Там они вообще всего-всего-всего. И вот самое любимое. Так можно в казуал было играть, и типа тебе фраги тоже засчитываются? Да, 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 общая статистика. Это вообще просто... Ну, первый успешный прыжок на Орикс. И Лемс прыгал на Орикс. Да, да, ты не поверишь. Самый первый, это когда... Я не помню, против кого он играл. Это когда он в шайбу запрыгивал и убил Плейнтера. Я должен был вспомнить. Ну, собственно говоря... Ну, сколько я 6 ответил, получается? Если... Да, ты, получается, ответил 6. Да. Но это было очень сложно. Неплохой результат. Ну, тебе самый сложный, кстати, достойный. Кто-то ответил 10 из 10? Нет, на МИ ответил 9. К сожалению. Yeah. Но все равно неплохой результат, самый сложный, можно сказать, вариант. Сейчас приз выйдет. Конечно, да. Заносите. Выносите его. Спасибо, Лен. Увидимся с вами еще. Оставайтесь с нами. Скоро увидимся.